Православные христиане страны отметили Пасху, которая является одним из главных праздников для верующих. Пасха – это день, когда, по преданию, Иисус Христос воскрес из мертвых. Так, за день до Пасхи, в Великую Субботу, с первыми лучами солнца во всех церквях начинаются службы. Прихожане приносят и освящают угощения к праздничному столу – куличи и крашеные яйца. Пасхальное яйцо – символ весеннего праздника наряду с куличом и творожной Пасхой. Яйцо символизирует жизнь, возрождение, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность. Легенда гласит, что первое пасхальное яйцо Мария Магдалена преподнесла римскому императору Тиберию, чтобы возвестить о чудесном воскрешении Иисуса Христа. Служба в пасхальное воскресенье – это только начало празднований. Пост для верующих окончен, и начинается пасхальная неделя, Светлая Седмица. Но еще 40 дней после Пасхи православные могут приветствовать друг друга словами «Христос